Так. Короче, решение. Я вот тоже иду, голову ломаю. Почему оно такое? Вот, то есть вот там поребрик заходит вниз. Вот он, видно, сужен. Пошел. Остается маленькая кромка бордюрного камня. Идет она, идет. И потом она тупо становится опять в рост, как и положено по ребрику. Асфальт неровный. Здесь видно, что яма. Просто неровно положить. Пеньки, ладно, наверное, везут. Ну, то есть получается даже по уровню по ребрику, да, вот видно, где лужа. Вот она, лужа. Вот получается по ребрику утоплен в асфальт. Потом идет такая выемка. По ребрику чуть опять утапливается. И снова начинает возвышаться до, вот до конца, до нормального уровня. То есть как это работает вообще? И вот, ну, естественно, там, где какие-то нелепости присутствуют, стоят ямы. И вот он снова вышел из асфальта, да, своего положенного уровня. Вот. Up is this.